Снова будет пилить жена. Дождется, спросит слова. А слова в оправдание проснутся. Сидеться с друзьями немного. Опоздал на мосту. Таксист попутал дорогу. Такой маленький бред получился, конечно, спасибо. Thank you.
темной. Я помню это точно. Рост был огромный. Рост был только пиво, а за спиной баян я его пил. Утром, а утро было ранним. Я точно это помню. Я был уже Иван Сусанин. Бутылка пива, а за спиной баян. Я ебу пир. Я ебу пир. Я ебу пир. Я ебу пир. Это отогрелись немножко, то есть народу побольше немножко.
Одиночество злое.
Ну вот и дошли мы до самого апогея, когда, в общем-то, можно, кто хочет выйти поиграть на инструменте, пожалуйста. Три уровня. Сначала на баяне, потом на виолончели, потом на басу. Четвертый уровень даже не обсуждается. Люди не проходили даже первый. Потому что баян, ну, даже... Ну, как это? Главное, грузаться, да, прошли все, кто подпевать, узнал песни. И все остальное. Сейчас Америка и всякая его ложь. Сверху
еще побольше, но вы не знаете, если ты не он, то знаешь, что тогда а были бы мы с вами в известном месте дом. А где сейчас Америка и все ты? Михаил Кутузов, вот это голова. Если бы не он, то знаешь, что тогда а были бы мы с вами в известном месте дом. А где сейчас Америка и всякая ума? За тех, кто 45-м фашистом дал лень, давайте выпьем стоя из пафосных речей. Ведь если б не они, то знаешь, что потом а не было б Америки и всякого ума. Короче, надо выпить за русский наш народ, который подковая нам прошлое подает. Хотят говорить много, по ней гармонии. И черт всех заметил, и всякую хуйню.
Свою и земную. Ах,
становище, чуть-чуть на ход на ноги. И к своим мужьям домой побегу, ведь и не хватает на деревне мужика. Мужики в деревне, ой, как нужны. Там в деревне прячу русской водки, бабоньки, любовь, лишь бы только для кому-то. Спасибо большое. Друзья, мы забыли сказать, что сегодня это первая часть нашего концерта «Трансколк». Как бы первая часть. У нас их будет 9 частей одного концерта. За лето, да. 9 частей за лето. И мы сфотографировали, кто пришел сегодня в следующий концерт. Вход бесплатный, естественно. Ну да, то есть надо только выиграть. Ну я сейчас начну. Дело не в этом, короче, да. И вот первая часть сейчас закончится скоро. У нас еще пару песен, первая часть закончится. И, в общем-то, вторая часть у нас будет песня из кинофильмов, которые мы придумали, такой как концерт. То есть, в общем-то. Мы уже заканчиваем, вот. Пришла молодежь, в конце концов. Все, поехали. Песенка про нервы. Что ж тут поделать? We'll be right back.
тяжелой неволе, работаем и алкоголем. Я понял на этой неделе, что нервы мои на пределе. Нервы. И вроде бы жизнью доволен, смертельной болезнью не болен. Но даже с утра проснувшись во сне, я чувствую, что я жду каждый день катастрофу. Я просто учусь, я все помню, я сорвусь. Давай прийти, снова сорвусь. И нервы. Нервы не лишь, надо помлечи. Хорошо, то ли слишком, а я. Нервы не лишь, а надо помлечи. Хорошо, то ли слишком, все вместе. Ура! Что, Митя, Кирилл, Оля, вам здрасте, у меня с днем рождения, песенка про Северный флот, и, кстати, всем здесь присутствующим, когда здесь будет этот слет? 6-7 июня, панк-слет, приходите. А мы начинаем. Самая добрая песня про Северный флот. Поехали!
корабли и подводные лодки. О таких бомбарнях мечтают высокие. Звезды, звезды, миллионы, все в сердцах и пулям на зло. И на зло грубо надо, среди риска вторая грибы. Все правило. Thank you.
пели песни про тараканов, помните, один куплет был. Я вспомнил теперь два еще предыдущих. И теперь объявляю конкурс. Надо сделать танец таракана. Мы это все заснимем и сделаем отдельный танец вообще. Придумаем танец таракана. Давайте поехали. Я вспомнил два последних куплета. Yeah.
Ну ладно, раз пошла такая пьянка, получайте, сука, пьянку. Пьянку получайте. Ну, а нас встречайте. Да. Хэллоуин, ребята, Хэллоуин такой новый праздник, как оказывается, появился. Я думал, я никак его не могу переделать. Вот знаете, праздник Святого Патрика я переделал на себя, Святого Петрика. А вот Хэллоуин никак не могу переделать. Но все равно, давайте, Хэллоуин.
были я, Никита и Алёша. Поехали дальше. Первая часть нашего концерта заканчивается постепенно. Все мы знаем эту песню. Подпевайте. Поехали. Thank you.
свихнувшись, переваривает. Зашнуровав ботинки, читаем, как у прежде, веселые картинки. Читаем, как у прежде, веселые картинки.
красиво говорим. 3, 2, 3 Понимаешь, у тебя как-то так вот складывается ОКБ. ОКБ, да? Да-да-да, что-то такое секретное. Ёшкин-кот. Давайте медленный танец. И все-таки женщины, приглашайте кавалеров. Нас так мало осталось трезвых сегодня. Поехали.
я сам себе палач, получается. Сам себя винил, сам себя судил и казнил себя. Каждый твой год дать попали смог, но не для меня. Сейчас будет то, что я не знаю, то, что вы увидите, то, что никогда не увидели, не увидели бы никогда бы, не услышали. То, что не имеет названия. Нет, имеет. Хорошо. Но может быть. Короче, звуки из палки со струнами. Извлекает Илья Карташов. Серега, сделай его побольше. Каких-то. Thank you.
Днем рождения! Это был Илья Карташов. Приходите на его концерты. Ура! Ночью.
Ветры. На ветры.